Command and Conquer. Это Renegades, полностью трехмерная игра для любителей экшена, но никак не стратегии. Однако не стоит переоценивать ситуацию. Renegades — это по-прежнему Command and Conquer с привычными уже Global Defense Initiative и юнитами NOD. Все правила CNC по-прежнему действуют, с той лишь разницей, что вы теперь не управляющий отрядом бойцов. Вы — боец. Ваше имя — Ник Паркер. Паркер — кодовое имя Havoc, член юнита команда из оригинальной Command and Conquer, эквивалент Рэмбо. В его распоряжении находилось бесконечное количество взрывчатки C4, которые он использовал для уничтожения вражеских строений, а также снайперская винтовка, способная уложить солдатов NOD с огромной дистанции. В общем, это был самый любимый персонаж большинства игроков. Westwood резонно попыталась выиграть на популярности образа Tani в Red Alert и Ghost Stalker в Tiberian Sun. В Renegade история повторилась. Движок игры монтировала сама Westwood, что было продиктовано многими факторами, и в частности тем, что Renegade вобрал в себя элементы нескольких жанров. Несмотря на то, что игра полностью принадлежит жанру экшен, нельзя не отметить и того, что на геймплей Renegade во многом повлияли законы вселенной Command & Conquer. Это проявляется в наличии нескольких стратегических элементов, которые, впрочем, можно смело выбросить из головы и просто взорвать все, что требует начала мыслительных реакций в голове. Итак, каждую миссию можно пройти несколькими способами. Вы можете либо грубо атаковать каждого солдата NOD, встречного на пути, либо избрать более скрытную тактику и скрываться от врага, постепенно проникая вглубь его логова. В школе Ника Паркера нам предстоит вынести 12 миссий на пути к основной цели — разрушению Содружества NOD. Не расслабляйтесь, уровни безумно велики, требуя многих часов на их прохождение. Игровой набор был обновлен специально для новой части Command & Conquer. Тем не менее, фаны смогут увидеть большинство привычных и знакомых зданий. По внешнему виду здания, конечно, узнать трудно, но их функции остались прежними. Например, уничтожение энергоустановки в Renegade приведет к обесточиванию всей базы, так же, как и в CNC. Также в Renegade много знакомых средств передвижения NOD и GDI. Havoc может управлять практически всеми из них, даже самым сложным, вроде Орка. Некоторые миссии даже начинаются с управления каким-либо средством передвижения. Итак, игра не поменяла вселенной CNC, вместо этого она предложила поклонникам серии взгляд на нее с новой перспективы. До сих пор вы видели мир Command & Conquer, простирающийся перед вами обширной плоскостью с юнитами на ней. Renegade затянет вас в самое сердце экшена, давая не только возможность увидеть любимую стратегию изнутри, но и контролировать ее оттуда, из самого пекла.